Такая история, которая в материальном мире не существует. Бренд живет только в голове. Осознание позволило мне действовать дальше, более, наверное, быстро, потому что это уже осознанно. То есть это уже осознанные шаги. Практически бесплатно. 2 дня удовольствия. Со мной и с другими участниками. Наталья Барышникова, Finish Next. В каждой книге у меня всегда есть лист идей, потому что когда я читаю книгу, идеи, они сразу начинают возникать.